Внимание, мошенники! Апатитский спорткомитет предупреждает любителей лыжных прогулок. Для участия в международном пробеге «Лыжня дружбы» предоплату вносить не нужно. На днях жительницы города написали неизвестные с просьбой внести деньги за поездку. Коллективный выезд у нас организован только спорткомитетом. Это 47-местный автобус от автоколонны. Никакой предоплаты мы не берем. Мы об этом говорили сразу же всем участникам. И оплата только по факту поездки в автобусе через специально назначенное лицо. Международный пробег, для участия в котором не надо оформлять визы и пересекать границу, состоится 14 марта в поселке Раяковске. Побегут в массовом старте несколько тысяч любителей лыжного спорта.